Несколько часов назад Настя Задорожная опубликовала фото в соцсетях с округлившимся животом и объявила, что впервые станет мамой. В 2020 году Задорожная вышла замуж. Ее супругом стал мужчина по имени Владимир. Певица не скрывала, как счастлива с избранником. То, сколько всего стоит за каждым днем вместе, бесценно. «Я рада, что моя единственная татушка – не переводилка, как и все, что у нас уже есть и будет», – обращалась 38-летняя Настя к мужу в день Святого Валентина. Звезда сериала «Клуб» раскрыла, что готовится в первый раз стать мамой. А ведь до этого общественность все гадала, почему в последнее время актриса редко показывается на публике. Анекдотичная подборка постов с заголовком «Куда пропала Настя Задорожная» заряжает не хуже витаминов. «Подкину еще одну», «Упала на удобный матрас» и «Провалилась». «Уже не могу себя отковырять». «Хватайте, ребят», — начала она перед тем, как опубликовала кадр, где виден ее округлившийся живот. «Делом занята, не отвлекайте», — добавила Настя. Хоть Задорожная и показывала мужа в личном блоге, подробнее о нем она рассказала в интервью. Так, выяснилось, что Владимир работает в IT-индустрии, а познакомилась пара в самолете. За 2 часа полета он расположил к себе настолько, что в аэропорту по прилету мы пили кофе и я, отойдя на пару минут, оставила ему на хранение все, что у меня было, включая паспорт. Это был первый звоночек. Потом я сама предложила обменяться номерами телефонов, что вообще мне не свойственно. Ну а когда мы прощались, я транзитом улетала дальше, а Владимир оставался в Минске, меня неожиданно обняли. Как я после этого оказалась в самолете, уже смутно помню, но сообщение от этого парня я ждала как манны небесной, вспоминала она.